почему-то вот он тебя берет хорошо. Ну, да. А меня, когда я в кадр вхожу, он сразу делает белый свет, светлый. Даже не знаю, что ответить на такого. А стоп, мы будем типа остаться я, который мне написали тебе говорить, а ты мне. А я... стоп. Сначала она убила его, а потом она, он убил ее. Это я понимаю. Добрый, нормально. Все, поехали. Всем привет, с вами снова Елиза, и сегодня со мной Роман, Роман Докура, Роман Лазуков. Всем привет, кот. Ты кот тут делаешь? У меня кот делает гимнастику, воздушную гимнастику на штативе. Пип! Пип! Мы не снимали видео уже очень-очень-очень-очень-очень-очень давно, еще до армии, да, по-моему, было последнее видео. Кстати, Рома дембельнулся. Да, кстати. Полгода назад. Можно сейчас вот узнать, у меня до сих пор на трансляции пишут, ты что, с армии вернулся? Да блин, смотри, я сливаюсь. Ну, потому что у тебя светлые волосы, наверное, я не знаю, почему. А ты нормально. Ну, у меня-то темные волосы. Да мне похуй. Тут и похуй. Я не знаю, почему так, может быть. Давай. И в общем, сегодня мы с вами видео-ассоциации, я буду задавать ассоциации, ну типа слова Роме, он должен дать свою ответ-ассоциацию, первое, которое придет ему в голову, очевидно. И то же самое я сделала просто себя в инстаграме, и он будет читать эти слова мне, я буду давать свои ассоциации. Все очень просто, феноменально, гениально, чики-пуки, поехали. Имя, фамилия, возраст. Лазуков Роман Владимирович, 20 лет. Можешь погромче говорить? 20 лет Лазуков Роман Владимирович. Микрофон сказал? Лазуков Роман Владимирович, 20 лет. Как слышно, прием. Поехали. Армия. Прикольно. Любовь. Морковь. Флекс. Низкий. Гарик. Скачев. Страх. А там Moral Report написано. Страх. И ненависть в Лас-Вегасе. Мент. На меня газует. Палочкой что-то колдует. Я не слушаю такие песни, если что. Бля, я теряюсь, куда смотреть, туда или сюда. Ну, говорить сюда, там, смотреть туда. Там диктофон, туда да, говорят я понял. Люди. Фараоновый синдром. Прошел уже. Old fuck. New fuck. Речка. Корсакова. Удача. Рулетка. Смерть. С косой и скейтборд. Симмонс на проде. О, черт. Свет. Лана Юрьевна. Воспитательница в садике у меня такая. А почему свет? Лана. Свет Лана Юрьевна. А что у меня на свет может, блядь, свет горит, я не знаю. Что мне свет надо? Лана Юрьевна. Ну, в садике была такая свекла, мы ее называли, кстати. Все, теперь твоя очередь. Ты открой мой. Хорошо. А, ну, я не знаю, с этого стоит начинать. Ну, ладно, Человек-паук. Ром Михайлов. Аутофиляция. Словарь. Да? Что это значит вообще? Ну, я говорю, мне нужен слово. Спиздили колонку. Очакова. Ой, Корсакова. А ну, я, в принципе, я Очакова и Корсакова тут найдет. Так. Сыктывкар. Илья. Миша Михайлов. Рома Романов. Обосрался. Ростик. Море. Волнуется раз. Крокодил. Гена. А, точно, Гена. Хорошо, что Гена. Говно жопа. Ну, нет. Нет. Давай что-нибудь типа связанное, да. Там одиночество, боль, страдание. Да. Машина-завар. Да нет, ну ровно ищи нормальные. На рофле, рофлом погоняет. Да ищи нормальные слова, слова. Аниме. Которые есть в словаре. Аниме. Вардовского, блядь, этого. Аниме. На Аве здоровье маме. Лиза Мадрид. Хороший блогер. Руден. Пока. Замороженные брокколи. Вредно. Почему? Замороженные, блядь. Прошли термообработку. Чебупели. Чебупицы. Школа. Школа. 39-й, красава. А музыка? Фейс. Ром, блядь. Ром, нужны слова такие, типа, ну, типа вот... Чувств каких-то, типа, чувств? Одиночество, страдания. Ну, вот такое, типа, дом, там, работа. Так тут ну, такого нету, блядь. Да и будет. У тебя было, значит, у меня... Списка. Охуенность. Из словаря, Момент, момент, я читаю первые 10 комментариев. Петра первого. Я читаю 10 комментариев подряд, поехали. Димон, вписка, дача, дружба, дача, Человек-паук, Эшкере, Илюша, Павени, Снюс, Пунлая, Мунлая, Манлыковка. Сука, это даже больше 10, ты понимаешь, что там пиздец? Да тут так написано, Спунлая, Мулая. Папа. Защита. Мама. Нападение. Футбол, типа, роли распределяют. Батю в защиту, мамку в нападение, сама на ворота. А сама голкипер. А выпускной?
Дорогая, дорогие хот-доги. Это счастье. О. Диета. Правильное питание. Никаких диет. ПП. ПП. Я вставляю ПП. Он взрывался. Оп! Сразу на диет. Оп! П! Меня все, меня нет. Экзистенциализм. Экзистенциальный хаос. Охуеть. Ничего не понял из этого. Вообще все прочитал. Друзья. Поддержка. Конец? Конец. Конец этого видео. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Пожалуйста, ставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, не забывайте комментировать внизу. И обязательно пишите свои следующие слова для следующих видео ассоциаций, потому что я думаю, что это не последнее видео. Как ты думаешь, Роман? Конечно же нет. Мы будем Мы вернулись сюда, чтобы Не поставите 10 тысяч лайков? Если не поставите лайки... Смотрите, меня всегда писем. Вот ему не поставите лайк, будете знать, что делать. Мы его Что же убьем. Еще вам сделать?